сделать? Хочу вопрос. Конечно же, собрались великие менторы, которые хотят объединяться и создать уникальный продукт по трансформации личности. Да, и всех нас объединяет, друзья мои, уникальный опыт. Каждый из нас является мастером своего успеха. И наша задача поделиться этим успехом с вами, друзья. Для чего? Для того, чтобы улучшить вашу жизнь и чтобы вы трансформировались в мастеров баланса жизни, в людей, которые изобильны в семи сферах жизни. А какой у тебя путь трансформации, Наташа? Вот как быть такой женственной, красивой, как ты? Что за женские практики ты преподаешь? Следить за осанкой, прежде всего, за здоровьем, да? Спиной. Да? Да. За голосом? Да? За голосом, но в основном за осанкой. Да? Это номер один, с чего начинается женская... Красота и грация. Красота, грация. Вот это вот все, да. А скажи, кто тебя приучил к осанке? Ты закончила балетную школу? Я занималась танцами 17 лет профессионально. А какими? Балетными? У меня было 5 видов танцев. Вау. Самые мои любимые были, кстати, народные. Ну, вау. Это просто хореография. А почему народные любимые? Потому что в каждом танце... Харизма есть определенная, да? Настроение? Это история, это да. Костюм. Это костюм рассказывает тебе очень глубокую Посмотрите, историю. Какой у нее костюм, это же фантастика. Мы в Майами сегодня, Merry Christmas. Да. Чувствуется, как настоящий Christmas, потому что холодно. И у меня был очень классный преподаватель по танцам, который научил меня быть девушкой. Вот Наташа, леди. И правильно я понимаю, что сейчас твоя уникальность в том, что ты объединила все эти направления и создала какую-то свою особую методику? Это вышло совсем случайно. Это медитации, я уверена. Медитации. Я изучала танцы, я изучала медицину, изучала муай-тай, йога и очень много вещей изучала. И базируясь на всех этих общих знаниях, у меня такая вот своя личная программа. Синтез определённый. Да, выработалась такая программа, по которой занималась лично я, исключительно. Но видя результаты, мои подружки, соседки, ну знаешь, как всегда это начинается. Сказали, Наташа, возьми нас в наставничество. А вы тренер, да? А потренируйте меня, а вы тренер, а потренируйте меня. И так, в общем, и родилась эта программа Body Philosophy. Фантастика. Она еще в процессе, но... Но уже сейчас можно записываться, друзья мои. Уже сейчас можно записываться в директ, и вы увидите, как много нового, какие трансформации глобальные вас ждут. Поэтому пишите «хочу трансформацию» в директ. Да, вот так вот жизнь происходит.